Качественно и по доступным ценам для жителей города Укаспия в честь Дней культуры Каракианского района проходит продовольственная ярмарка местных товаропроизводителей. Представлено на ней около 30 тонн различной продукции, причем цены и в самом деле на 20-30% ниже рыночных. Отечественные товары пользуются спросом у горожан. С прилавок уходит каракианское мясо и овощи. У нас в районе развивается сельское хозяйство, в частности земледелие. На 30-40% мы обеспечиваем Мангистаускую область продовольствием. Ежегодно увеличиваем поголовье верблюдов, лошадей и крупного рогатого скота на 15-20%. Помимо ярмарки ожидается проведение творческих вечеров. Сегодня в 8 часов вечера в 15-м микрорайоне на новой набережной для гостей и жителей Актау состоится праздничный галоконцерт с участием творческих коллективов и местных артистов. Приглашаем вас стать свидетелями яркого торжества.